пенсии крутые, квартиры, жены молодые, ну а я вот парикмахер. Конечно, можно стать банкиром или на стройке бригадиром, стать артистом попытаться, а на диване не валяться. Но остальные, я признаюсь, живут не сильно напрягаясь, но почему-то все в округе всегда нуждаются друг в друге, а только я вот парикмахер. Вчера синица залетела, побрил ее, аж посинел. В нашем деле я-то знаю, конкуренция большая. Я уже знаю. И тот у них там больше значит, что кто ориентирован иначе, а нормальный парень.